Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. Я сегодня буквально на несколько минуточек поделиться с вами одной идейкой. Достала я в закромах вот такие шторы. Это очень красивый, богатый сатин жаккард. Мы покупали эти шторы с Лешиком в Москве, а висели они в комнате сына. Но был переезд, и сын сказал, что у меня будут другие шторы, забирай. И вот я о них вспомнила. Почему вспомнила? Потому что настало лето, настало жарко, хочется спать с открытым окном. А здесь, как вы помните, висела рулонная штора, и здесь крепления не давали открыться окну. То есть оно могло открыться только вот так вот, откидываясь назад, и все. Вот. Поэтому я сняла это устройство. Вот сейчас покажу приблизительно, да не приблизительно, а вот такое устройство было здесь. Но здесь глухое окно, оно не открывается. А вот, а здесь не могла открыть за счет вот этой шторы. Пришлось снять, но неудобно. Вечером, конечно же, нужно зашторивать окно. И решила порыться у себя в закромах. Нашла вот эту штору. В этой шторе вы видите люверсы, и она вот так хорошо двигается по карнизу. Что же здесь? Думала, думала, у меня есть кольца. Думала сначала незаметно с той стороны пришить кольца, но это смотрелось бы, конечно, не очень. И смотрите, что я придумала. Просто застрочила, ну, сделала карманчик, кстати, не отрезала штору на всякий случай, мало ли что. Вот, просто сделала подгиб и сделала вот такой карманчик для трубы. Карниз. Карниз снимается здесь очень-очень легко. К сожалению, я не могу показать, как это быстро делается. Так что, чтобы постирать штору, всего лишь навсего нужно потянуть карниз на себя. И вот здесь вот еще одно крепление тоже немножечко подвинуть вправо. И все, карниз, эта часть карниза снимается. Пожалуйста, снимайте. Эти шторы очень легко снимаются. И, конечно же, эта штора тоже легко снимается. Но здесь один момент. Вам нужно сделать строчку так, чтобы ваша штора двигалась по карнизу, по трубе в данном случае, очень свободно. То есть не надо слишком маленькое расстояние для того, чтобы прострочить строчку. У меня расстояние 8 сантиметров. Сейчас перейдем на гладильную доску. Я вам все подробнее покажу. И вы спокойно все это сделаете. Прикрепите штору безо всяких креплений, безо всяких колец и дополнительных креплений. Вообще для меня очень важно, чтобы штора двигалась свободно. Вот сейчас здесь Монька расселся. Посмотрите, барин. Ну, барин. Даже сидит как барин. Не пугайтесь, у меня в этом, в палисаднике все укрыто картоном из-под мебели и из-под ламината коробки. И вы знаете, многие мне писали, это все бесполезно, все как бы, ну, картон раскисает под дождем, под снегом, и никакого толку нет, друзья. Может быть, как-нибудь покажу, что трава, конечно, вот повыбивалась из-под, ну, швов, там, где внахлёст картон лежит, там все повыбивалось. Но хочу вас уверить, трава там уже пожелтела, побелела. То есть мне больше, ну, как бы, когда это все закончится, стройка,
уберутся там вот эти вот плитка постелится во дворе, и я уже приступлю вот здесь облагораживать палисадник. Это будет, скорее всего, через год, через два, может быть. Мне будет легче бороться с этим сорняком. То есть земля сама собой после такой операции укладки вот картона, она, сорняки уйдут. Конечно, картон не самый хороший материал. Лучше, конечно, что-то поплотнее, может быть, старый линолеум или что-то другое. Но поскольку у меня ничего не было, вот здесь вот жестяные листы лежат, под ними, конечно, еще интереснее ситуация. Там вообще все белое. То есть там, конечно, трава быстрее погибает. Но ничего, здесь тоже будет толк. Ладно, я отвлеклась. Сейчас на гладильной доске я вам подробнее покажу, как и что нужно сделать. Ну, во-первых, посмотрите качество материала, качество ткани, как здесь вот это все поблескивает красиво. Ну, это, короче, сатин жаккард. Я помню, что Лешек тогда отдавал 3600 за две эти шторы. Так, сейчас покажу, что я здесь, как я сделала. Вот. Это просто лишняя длина, которую я не стала отрезать. Здесь с краю застрочила, чтобы это все не топорщилось. Сейчас это все хорошо смотрится. А вот здесь вот карманчик для трубы. Просто сделала шов. У меня здесь 8 сантиметров. Смотрите сами по вашему карнизу, смотря какая у вас труба. Если, конечно, потолще, больше нужно отступить, если поменьше, потоньше, меньше надо отступить. Вот, в принципе, и все. Один шов решил все крепления для шторы. Теперь они просто здесь не нужны. Покажу вам трубу. Вот она где-то у меня диаметр где-то 4 сантиметра. Ну вот, значит, диаметр нужно умножить на 2. То есть 8 сантиметров нужно сделать шов, отступить и сделать шов. Вот я сняла тюль. Сейчас оденем. Я одену, конечно же, за кадром. Вот в это отверстие сначала штору, потом тюль. И прикрепим это все на место. Да, чуть не забыла. Вот сейчас я все одела. Если вы хотите дополнительный рюш вот здесь, то отступите сколько там вы хотите сантиметров, ну, я думаю, сантиметрик полтора, и сделайте еще один шов. И тогда у вас вот здесь сверху будет рюш. На первой шторе у меня там рюш. Ну, я посмотрела, в принципе, ничего не видно. И этот рюш. И на этой шторе я просто не стала его делать. То есть вам нужно сделать тогда 2 шва. Отступите нужное расстояние для трубы, сделайте шов, а потом вот здесь вот еще сделайте один шов. И когда это все будет собираться, у вас вот здесь сверху будет такой небольшой рюшик. Ну вот, друзья, посмотрите на результат. К сожалению, кадр немножечко темный, потому что, в общем, солнце уже с другой стороны. Я включила свет, как могу, так и покажу. Но смотрится это достаточно неплохо. И посмотрите, как удобно. То есть, когда мы закрываем штору, тюль у нас отодвигается вот сюда, и штора закрыта. Вот так это выглядит. То же самое можно сделать и с другой стороны. Наступило утро. Штору отодвинули, она легко двигается на карнизе. Повторюсь, сделайте там запас, чтобы штора легко двигалась. И пододвинули тюль. Вот и все. Не нужно никаких дополнительных карнизов, я имею в виду там однослойные, двухслойные, трехслойные. Вот самый простой, самый дешевый карниз. Кстати, он был в этом доме, я просто его немножко уже рассказывала, изменила в объеме, вернее, в глубине. Он был там двухслойный. Вот, я сделала однослойный, убрала вторую часть, на ней там сейчас держатся некоторые шторы, и лампу мы делали при помощи
этой металлического короба. Вот. А здесь оставила одну вот эту трубу, и вот все прекрасно работает. И я даже удивлена, обычно шторы как бы съедают пространство, а тут, мне кажется, даже все как-то и расширилось. Боялась, что будут плохо смотреться вот с этой оляпистой стеной, но нет, может быть, потому что цвет такой нежненький, может быть, потому что стены белые, к белым стенам, ой, что-то прям вообще фокус плохой стал, вот, встал на место, к белым стенам все можно, поэтому вот такая красота получилась, буквально за часок я поработала, и вот комната преобразилась. Так что, если вам понравилась идея, пользуйтесь, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч, с вами была Елена Ситникова. Пока-пока.